Сегодня в Нью-Йоркском аквариуме аншлаг, потому что сегодня пятница, и после 3 часов можно заходить pay what you wish, то есть это donation, по donation. Так выглядит аквариум Нью-Йорка внутри. Видно, что у каждого аквариума есть подписи. Люди смотрят, снимают на камеры. На полу оформление, как будто мы под водой. И звук здесь соответствующий. Это павильон с акулами. Самые большие красавицы. Смотрим дальше. Здесь electric eel. Это электрический угорь. Длинный, с виду безопасный, хотя я уверен, он жали так, что мало не покажется. Интересна некоторая информация, что при охоте у него он генерирует 200-500 вольт, а иногда большие угри до 600 вольт. Сейчас мы видим. Установлены разные интересные игрушки для детей, например, вот это с виду ничего, да? А запустив, мы увидим плавающего дельфина. Очередная игра для детей. Умственная, интеллектуальная. Нужно читать информацию и после этого отвечать на вопрос. Например, вот я думаю, что вот так. И смотрим, правильно ли мы ответили. Нет, 25%. А все потому, что я не читал. Let's go through to the next bit. Let's make it funny. Let's make it.
смотрим, думаем, проверяем ответ. Все просто. Сходить в музей в Нью-Йорке — это как прочитать энциклопедию на данную тему. Миди, я не амбри. Миди. You know, you can be such a show-off. Christina! I was talking about you. Well, here's. Ladies and gentlemen, Coney Island's Ultimate Frisbee Team! Специальное место для загадывания желаний и бросания монеток, чтобы не засорять океан. Итак, это квотер 25 центов.